Ты ведь слышала? Мы много лет охотимся на волков. Большинство превращается навсегда. Другие... на следующий день снова становятся людьми. Последний, кстати, удалось сбежать. Другая книга еще не пришла? Пришла. Я немного почитала. Вы не против? И как тебе? Я не верю в мистику. То, что считают мистикой, может оказаться необъясненным научным феноменом. Ну все, магазин закрывается. Джессика пришла ко мне в магазин с подругами и напала на меня. Как? Что, заплачешь теперь? Нет избиения, нет нападения. Поуважительней, пожалуйста. Она и со мной руки распускала, мам. Так может, это ты совершила нападение, Лиза? Расскажи, что действительно произошло. Лучше не надо. Убедись, что дело сделано. Я никогда не стану прежней. Я заставлю их страдать.